муниципальном центре культуры прошел отчетный концерт «Весны чарующие звуки». Выступили не только ученики детской музыкальной школы, но и преподаватели. Ежегодные итоги подводят большим концертом. 2020 выдался непростым, поэтому в этот раз исполнителям особенно было важно показать свои номера. В программе в этом году были не только классические и русские народные композиции, но и современные.